произведений. Иван Иванович Самовар, стихи о Торопышкиной, как старуха покупала чернила. Во-первых, во-вторых и другое. Весьма приближается к форме должного творчества такие произведения Ведерского, кто железная дорога тягает. В этом широким современному общественному политическому порядку, в свою очередь, это противопоставление вынуждало меня искать такого рода политический порядок, при котором близкие мне творческие и идеологические люди, политически более осведомленные, нежели я сам, укрепляли свою веру в стремление к разрушению существующего строя. Даниил Харт, 13 января 1932 года. Постоянного выражения лица. Когда человек, говорящий с тобой, рассуждает неразумно, говори с ним ласково и соглашайся. Когда человек говорит «мне скучно», в этом всегда скрывается половой вопрос. Даже без него. Сегодня мы будем голодать. Сегодня мы будем голодать.